Днем 1 декабря в дежурную часть столичного УВД поступило сообщение от 20-летней козылчанки о том, что ее 23-летний сожитель угрожает физической расправой своей матери. По прибытии участкового полномоченного семейный дебошир был задержан, а пострадавшей оказана помощь. В беседе с полицейскими 49-летняя женщина рассказала, что это происходит не в первый раз. И сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно проявлял агрессию по отношению к ней. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийства». Также полицейскими установлено, что молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. В ходе разбирательств участковый установил, что в тот день у молодого человека был день рождения. Ему исполнилось 23 года. С утра он отметил свой праздник в кругу друзей и вернулся домой около 3 часов дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Увидев свою мать, мужчина начал вести себя агрессивно и высказывать ей претензии за то, что она не поздравила его с праздником и не накрыла праздничный стол. Выражаясь нецензурной бранью в адрес матери, мужчина схватил деревянную палку и нанес ею несколько ударов по телу женщины.